Оригинальная идея есть, она давно предложена Компартией. И, как ни странно, может покажется нашим многим оппонентам, которые критикуют партию за в чем-то космополитичный подход, в чем-то за только привлечение коммунистических идей. Нет, мы говорим, что мы партия всего народа, которая прежде всего исходит из принципа социальной справедливости, из принципа многонационального развития всех народов при цементирующей функции русского народа и опора на традиционные духовные ценности, на наши религиозные духовные ценности. Для страны, где 80% это население считает себя крещенным в православии, прежде всего это православные ценности и ценности всех других традиционных религий. Вот эта национальная идея, она и отражена у нас. Но пока не будет соблюден принцип социальной справедливости, пока не будет колоссального увеличивающегося разрыва между самыми богатыми и самыми бедными, никакое привлечение идей не привлечет людей. Людей, когда они видят, что одни беднеют находятся люди на грани банкротства или выживания, а другие покупают дорогие яхты, вертолеты и так далее.